what you want it to be. You feel what you want it to be. At 9, departs at 5, ain't doing overtime no more. Because in this world of color, the brightest picture is plugged right into your wall. You think a little love is all you need, but love is such a small thing. Can't you see? I think you find the seeds in the book and change just the words that you read. Just feel what you want it to be, what you want it to feel, what you want it to be. You just feel what you want it to be, what you want it to feel, what you want it to be. Don't let it stop, don't let it stop. Do it, make it to the daylight. Right now, we can't fight.
Проиграли 15-0 команде «Иркулес». Пару слов про эти матчи. Вообще, в нем игра не получилась вообще абсолютно. Во-первых, из-за быстрого удаления, не удаления, а из-за того, что у нас был один игрок. Играли без замен. Тяжеловато, конечно. Но 15-0 не тот счет, на который мы рассчитывали, даже в меньшинстве. Ну, вот поэтому в следующих играх, я думаю, мы соберемся, сыграем получше. Не расстраивайтесь, спасибо. Спасибо. Выиграли 15-0 у команды «Лас Пальмас». Пару слов про прошедший матч. Ну, во-первых, наконец-то сезон для нас начался. Вот. Спасибо сопернику за игру. Если бы не травма, наверное, поиграли бы поинтересней. Травма вообще не, ну, поломала, я так понимаю, всю схему. Много они пропустили, сразу расстроились. Но парни в порядке, я думаю, это просто обидное вот такое у них поражение. Вот. А про нашу команду хочу сказать, что все отыграли хорошо, практически без ошибок. Вот. У нас новый вратарь. Назимка себя показал хорошо. Сегодня пару моментов был у соперника, он выручил. Вот. Ну и плюс мы сыграли как команда, наконец-то в пас получилось. Вот. Ну, посмотрим, что будет дальше. А так, всем спасибо. Спасибо.